Очень красиво, очень здорово. Невероятно, правда. Такое наполнение вот этим цветом Творца. У меня мурашки до сих пор бегают. Это правда очень здорово. И я бы сказала, там да, там нет ничего, нет никакого противостояния, там есть наполнение вот этой гармонии, вот этой красоты, вот этой вот всей природы. Это вот что-то, это прям классно, да. Омовение как снаружи, так и изнутри, это вот что-то прям вот вообще очень-очень волшебное. Это подключение сразу к Высшему напрямую, без всяких посредников. То есть, ну, у нас же у всех есть соединенность с Высшим, только почему-то мы об этом забываем. Мы как-то используем какие-то эгрегоры, вот это вот, ну, как каких-то посредников. Не нужны посредники, нам никто это не закрыл. У нас этот портал напрямую. Вот, это неимоверно. Вы не представляете, какой это был звон такой, знаете, как вот, как это описать, вот как в сказке, там такая тонкая вибрация, это настолько тонко, то есть это идет и наполнение, и при этой тоненькой вот это вот, вот сейчас у меня в ушах это звенит, как вот этот вот зынь, такой нежный-нежный, тонкий-тонкий звук, он разрушает вообще все. Вот, вот негатива просто нет от слова совсем. Его просто, я не знаю, мне даже мысленно это не возникло там. Просто мы вот в этой как бы погоне современной жизни, отягощенные вот этими установками, социальными догмами, надо, не надо, но мы себя этим нагрузили. И вот это просто вот убрать и заглянуть. По сути, этот мир сказочный, он не является настолько сказочным, он реальный мир такой, какой он есть. Просто мы вот в своих вот этих вот осуждениях, обсуждениях, кстати, очень тонкая грань, да, между ними, вот, мы это как мусором завалены вот этим вот тяжестью вот этой. А на самом деле надо быть, не то, что надо быть, а это наша суть вспомнить, да. О нашей сути. Не надо быть, мы таковые есть. Просто вот заглянуть именно, знаете, у меня такое ощущение, что вот, вот так красиво расцветает душа. Хочется вот это состояние сюда вынести и находиться, да, в нем. Вот. Да. Это не просто отдых, это не просто релакс, это наполнение, это, ну, это что-то невероятное такое вот. Правда, это очень здорово. Необычно для нашего времени. Это как вернуться к сути своей.